Сейчас ей 45. Она заслуженная артистка России, мать двух дочерей, рожденных от известного кинорежиссера, которого, кстати, увела из семьи, когда его младшей дочери был всего один год. Наша героиня счастлива в браке чуть больше 10 лет, а сейчас оказалось, что закон бумеранга настиг и ее. В прессе появилась информация, что супруги разводятся. Так ли это на самом деле и как сложилась судьба талантливой актрисы Елены Пановой?